Винсент, это я, Скрудж Макдак. Рад с вами познакомиться, чем могу помочь? Мне надо вернуться в прошлое. Вы кто? Скрудж Макдак. Рад с вами познакомиться, чем могу быть полезен? Чтоб мне пропасть на этом месте. Ты будешь присутствовать в качестве утка-робота, дурная голова. Ах так, отлично. Я тебя самого превращу в банановый десерт. С каким мороженым? Я недоумок, Гавс, а это мои братья-близнецы Винки и Бекон. Близнецы? Но это же поросенок. В детстве он переболел свинкой. Ну где этот зигзаг? Застрял во времени, что ли? Что так долго? Виноват. Мы, кажется, знаем, кто это утка-робот. Да, и сейчас он здесь. Ну надо же, я не знаю. Поосторожней, мои кости утратили прочность после 4 000 3.5 аварий. Нет, лучше я спрячусь в холле. Иначе я тебя съем. Я больше никогда не буду есть 3 банановых десерта в день, обещаю. Ты больше вообще не будешь есть. Через 72 часа! Ты куда? Побегу! Уберите от меня эту дуру! Все, больше в кино не пойдете! Каких слов вы там нахватались? Успокойся, Дональд, это зигзаг, мой летчик. Теперь пристегнись. Что-то в этом супе сцапало крекер. Еще 2 минуты, и этот Дональд будет дежурить на кухне до конца жизни. Я опаздываю. Я прибыл, сэр. Ты что, разучился отдавать честь старшим офицерам, да? Он берется нечестно. Прекратите. Мы с мальчиками любим играть в ковбоев и индейцев. Ой, боже мой! Какие ужасные железные чудища! Так, клевая юбочка. Это килт! Бывает и такое! Спасайся! Прыгай! Мы же можем разбиться! А если мы не прыгнем, эта картошка раздавит нас в смятку! Пресвятая дева! Посмотри на ножки Буччи. Симпатичный, верно, Дикий Билл? Это Флинт Харт Гломколь. Получай, похититель роботов. Симпатичная у тебя пещера. Как будто ты раньше здесь не бывал. Может, сначала займемся делами? Надо найти цыпочку. Цыпочку? Только кур мне и не хватало.